Привет! Все, так. Всем привет. Да. Как у вас ощущения от юбилейной премии? У меня пока нет еще ощущений, мы не выступили. Все зависит от того, как мы выступим. А от организации? Ну, это же чувствуется юбилейная премия? Или... Да, салата оливье раз в 10 больше, чем было на первой премии. А если у вас фавориты? Фавориты? Кроме вас. Я, честно говоря, даже не ознакомился с афишей. Ну, наверное... Это Дуня Смирнова. Алло, Дунь, не могу сейчас говорить. Да. Давай, сейчас перезвоним. Что бы вы хотели передать вашим фанатам? У меня такого нет. Я бы хотел передать фанатам, не фанатейте ни в коем случае, да. Нужно относиться ко всему спокойно, без лишних эмоций, да. Только к женщинам нужно относиться неспокойно. Вас с праздником, кстати. Всех с праздником. С праздничком, да. Получить 23 февраля, никакой новости стих не написали? Не было времени, я сегодня летел на самолете из Санкт-Петербурга, мы буквально вот прилетели. Я дописывал новую песню. У меня были другие несколько задач, да. Сергей, а вот вопрос, ну, не по премии, а по поводу вашего предстоящего концерта, который у вашей группы тоже юбилей. Что-то готовите такое интересное для своих поклонников? Готовим. Мы реанимируем совсем старые песни, делаем новые аранжировки, репетируем бесконечно, в общем, в трудах. Надеюсь, что все будет круто, да. Очень надеюсь. Сергей, а кого бы из коллег вы бы послушали или кто вам понравился сегодня? Дело в том, что, понимаете, у меня нет коллег. У музыкантов как? Я не музыкант. Как? Ну, так получилось, я не знаю. Вы художник с музыкального слова? Скорее. Я скорее человек-контент, понимаете? А поменялся ли контент группы «Ленинград»? Конечно, контент меняется всегда. Меняется контекст, а от этого меняется контент, даже если его не менять. Спасибо, мне кажется, все, да? Спасибо, ребят, всем удачи. До свидания, скажите подписчикам. До свидания!